Всем привет, друзья, с вами GameChinorix. Мы продолжаем проходить Бэтмена Arkham City. Первая часть из трех. И мне надо как-нибудь свинтить с места, где меня отравил Джокер. Фига себе, самое холодное место вроде бы. Если честно, драться сейчас вообще мне неохота. А куда нам только идти? Лаборатория definitely heading toward the coldest point. Самой холодной точки. Что же это за место, Бэтмен? I can't believe I didn't think of this earlier. A hotline straight to my bestest friend in the world. Мы сейчас, по сути, как бы это может там глупо не звучало, с Джокером сейчас стоим. Не, доп. Задание я не знаю, будем ли мы с вами проходить. Вот честно, не знаю. Блин, я сюда спустился, конечно. Главное, ведь я уже почти у цели, понимаю, а? Все-таки втащил меня, паскуда, я тебя сейчас втащу за это. Хорош! Я его биту использовал. Да ё-моё, ну умрите же вы все. Так, хорошо. Чистить-то их надо было. The old GCPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Я понимаю, что тебе, Бэтмен, сюда надо попасть. Shut tight. So what now? You two keep trying to get in. I'll blow their faces off if they try to get out. А вот это не есть хорошо. We just grab back to the Joker. Sounds like a plan. Anybody got anything to smoke? Nah, I'm out. Since Joker and Penguin went to war, it's getting harder and harder to get what you need in here. Да, I know what you mean. Maybe Penguin's crew's got some. Guess we could find out after we kill them all. Быстро. Сюда нахрен. Смог решающий удар сделать. Надеюсь, он сюда сейчас подойдет. Ну я сейчас бесшумно его, давай. Хорош, все. Спокойно. Они, по идее, не должны меня спалить. Ох, нихрена себе у нас тут. Оружейники, блин. Вау, нифига у нас тут народу. Батаран, Сейчас надо просто реально сообразить, как с ними сейчас тут сделать. Так, хорошо. Вот. Это мой момент сейчас должен быть. Оп, тихонько. Не могу отковать. Надо у них хорошку забрать. Вот дурачки. Поехали.
Вот эти паразиты, я понимаю, что не убивают, да? Поехали. О, кстати, у меня новый уровень. How'd you like them apples? Too hot for you? Come on, you went this way! Huh? Over here I got Все. Так, сейчас сначала новый уровень. Качнем тут у нас, что у нас тут есть. Бэт-костюм, боевая броня, баллистическая броня, это чё? Вот, от огнестрела я хочу, ну, как бы, чтобы мне вообще не приносил урон огнестрел. Опа-на. Что у нас тут? О, трофей. Отлично. Ну все, погнали. Ща. Блин, тут хрен поймешь на самом деле. В правильном направлении, не в правильном. Так, вроде в правильном. Вот он. Hello, Batman. Привет, Бэтмен. Do you recognize my voice? Victor Zsasz. Виктор Зсасз. Собственно, персона. И рад, что ты меня помнишь. Уж я тебя не забуду. И потому заготовил специальную игру. Бэтмен, только для тебя. Деньги. Special game planned, Batman. A game just for you. Ring, ring. Сзазз. Блин, ну охренеть теперь просто. Ладно, надо смотреть, как попасть в это здание. Сейчас будем смотреть. Не в ту. Секундочку. А ты куда? Ни хрена себе, алло, а где вход-то? Блин, вот это меня, конечно, Бэтмен, ну, расстраивает. Так. Надо вход реально найти. Найти Фриза, определить самую холодную точку в Архам Сити. А, это... не сюжет, там уже не дает. Куда ты, Бэтмен, полез? Подожди. Бэтмен, нам с тобой надо еще тут разобраться. Успеешь. Угу. Это мы сейчас откроем. Давай. Как это все делается? Вот так вот. Ну, внутри. Несут.
Так я чуть зашел за трофеем. Да ладно. Или это выход? Взломав рацию, я смогу слышать все переговоры пингвина. Отлично. Есть. Ну, я пришел куда надо все-таки. Не просто за трофеем. И это радует. Блинковские цели, они в Бэтмене капец как тяжелые. А вот это не надо совсем. Смотрим, сколько их тут. Так. Listen up. Boss wants this place held tight. No one in or out. You see one of Joker's crew? Waste them. What about Batman? Kill him too. Just like that? Just like that. Пять противников, пять вооружены. What does it look like? How do I know? So how will we know when we find him? Сейчас будем как-то вот стратегию выстраивать. Мне к нему так-то надо сзади подкопаться. Либо я его так укокошу. Здесь. Бэткоготь мне нужен. Жопа начинается, друзья. Окей. Well, it sounds like that's what you were saying. Please, Mr. Cobblepot, I didn't mean it. We'll find him. Oh yeah, well let's be. I hear Batman's coming your way. Good luck. One commander down. You're supposed to be good at this. It's making you look like idiots. Huh? It came from over here, I'm sure of it. Блин, обезоружить его мало. Блин. Вот сейчас будет месиво. Использовать, наверное, бесшумный удар. Блин. Добивай еще. Хорошо. He's keeping track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to move quickly. Четыре противника еще у нас тут. А я свалила. Блин, жизнь вообще просто ноль.
парни, у вас уже трое. И может я, конечно, и не прав. Может быть. Но, по-моему. Сейчас уже мало что на их стороне. Сделайте двойной удар. Давай, 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 Бэтмен, 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 быстрее, быстрее. Блин, капец, как же ты... Хард, блин, с этими говнюками-то, а? Куда ты залез? Слезь, блин, говнюк. Два придурка осталось. You, а ты найди меня, чувак, найди. Пышечек просто ноль, все. Stop it! Stop it! Keep away from me! Я не знаю, можно сейчас, конечно, рискнуть попробовать их двоих укокошить. Get away from me! Get away! Over here, I got him! Please, I give up. Look at me. I'm drop. Ну что? Where's Freeze? He's in the museum. Он Penguins музей. Got him. Его похитил пингвин. Cut that tongue out of your head, boy. I don't know people telling tales on me. No. I'm sorry, Mr. Cobblepot. He made me tell him. You can have him, Batman. I'm safe and sound here in my museum. Try and get me if you like. I've got plenty of surprises ready for you if you do. Started right now. That doesn't sound good. Так. Дойдем-то сейчас. Сюда, любимая. А, вот это, наверное. Или это. Thank you.
Ё-моё. Что из этого взять надо? Я в ступоре. Я реально не знаю, куда дальше. Здесь? Да вряд ли. Блин, Бэтмен, подскажи. Бэтмен. Да. Я вообще просто ничегошеньки не понимаю. Сейчас. Капец, ступор. Thank you.
что сделать? Спасти мистера Фриза от пингвина в музее. Может, выйти надо? Alfred. Ну, конечно. Hello, sir. Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications. Penguin has got his hands on Freeze and trapped me in the GCPD building. You do realize that you will actually die if you don't get this cure soon. Thanks for reminding me, Alfred. I'm in a police building. Cobblepot's obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I'm downloading the unlock codes right now. Выбрать. Поехали. Отлично. Поехали. Ну все, блин, опять часы залипов, но они прошли. Я в кои-то веки нашел место, куда надо идти, блин. Ладно, в следующие разы буду чисто смотреть. Ух ты, буду чисто смотреть. Блин, капец, это было, ну, по миссии на серии, капец, как долго все будет. Roger that, AT-3. It appears that Mr. Cobblepot has made his move. Leave them to it. It will be interesting to witness how things progress as we approach Protocol 10. Affirmative, AT-3. Так, тише, надо сообразить, куда мне. Куда-то туда. Уже даже теперь сюда. He's left us trapped in Joker's territory. I told you we should have joined up with Penguin. If it helps. Оп. Sounded bad. Ну-ка. Like a bomb going off. Maybe someone was trying to cut off access. Болтает. Let me go. Оп. Please. We will. Моя точечка. Нет, это же прилично нам. Оп. Looks like Penguin's stepping up security. That museum of his is like a fortress already. Давай куда-нибудь уже. Красава. Блин, ну придется с ним разобраться. О, ни хрена себе. Да ну ни хрена, улетай отсюда, Бэтмен. Какого хрена они вообще здесь появились? Заключенные, блин, теперь с оружием бегают. Замечательно. Понимаю, я нашел место входа. Think about it. We open up this crate.
take a big hit of that sweet titan, then no one can tell us what to do. Not the Joker, not Two-Face, no one. Did you see what that crap did to Joker? He took a lot, though. It's the bat! Ой-ой-ой. Ну и так, небольшая зачисточка. Сейчас мы еще вот этого возьмем. Отвали. Отвали. Не попал. А вот я попал. И последний. Так, хорошо. Все же. Что за здание? Давайте с вами с этим разберемся в следующей серии. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.